час назад я поставила видео, и я вижу, девочки пишут: Вика, ну покажи ты лицо без фильтров. Там просто профессиональный свет. Ребят, нет фильтров ни там, ни здесь. Я сейчас увеличу вот X100. Смотрите. Нет фильтра, это такая кожа. Настолько выглядит круто кожа, что кажется, что фильтры. Вот при обычном дневном свете, вот я сижу в ресторане со всех сторон. Смотрите, как выглядит лицо в любом свете. Там просто очень яркий свет, профессиональный. Поэтому было ощущение, что есть фильтр. Нет фильтра, видите? Вот такая вот кожа у меня стала. Это круто. Морщин нет больше под глазами.